Тема. Варп-стабилизаторы. Это модули, предназначенные для противодействия определенному виду систем радиоэлектронной борьбы, а именно варп-глушителям и варп-подавителям, в народе скрамблерам, которые делают невозможным переход в варп-режим корабля-цели. Главным предназначением варп-стаба является добавление возможности долететь из пункта А в пункт Б, снизив риск того, что вам заглушат варп-двигатель на звездных вратах, после чего уничтожат вам корабль. Стоит отметить, что все варп-стабы обладают одинаковой мощностью противодействия варп-глушению. А вот скрамблеры могут быть мощнее в разы, что делает борьбу между ними неравносильной. К тому же варп-стабы обладают отрицательными эффектами, что еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому рекомендую при выборе техники безопасности перемещения с помощью варп-стабов устанавливать их на корабль максимально возможное количество, но не в ущерб танковке, так как то, что вам не смогут воспрепятствовать сделать варп-прыжок, не означает, что по вам не смогут вести огонь. Вывод. Варп-стабов нужно намного больше, чем скрамблеров, чтобы эффективно им противостоять. Значит, будет занято слишком много разъемов под более полезные модули, что недопустимо. Поэтому постоянно летать с большим количеством варп-стабов неразумно, а их отрицательные эффекты значительно снижают шансы на победу в большинстве боевых ситуаций, особенно при использовании нескольких таких модулей. Получается, варп-стабы разумно использовать в ситуации, пока вы добираетесь до места назначения, а по прибытии их нужно заменить, пока они снова не понадобятся. К примеру, когда снова будет необходимо перемещаться между звездными вратами.